Ржавую воду пить не согласны. Житель деревни Новая Слобода говорит от лица всех односельчан. Работа местного водозаборного узла вызывает нарекания не первый год. В конечном счете жители приняли решение обратиться к руководителю администрации Щелковского района лично в рамках официального приема в Гребневском поселении. Оказалось, есть вариант с участком под строительство нового узла, однако земля в частной собственности. Алексей Валов дал указание провести совещание по проблеме. Пригласить всех заинтересованных сторон. Представители администрации, соответственно, Евгения Евгеньевича, водоканал, Синтави, Восточный водовод. Да, потому что, конечно, к этому времени водоканалу представить уже схему, на совещании водоканала представить схему решения вопроса. Большую часть вопросов на официальном приеме в Гребневском поселении составили проблемы жилищно-коммунального хозяйства, земельные вопросы и недостатки транспортной инфраструктуры. Более 200 подписей собрали жители поселения в поддержку изменения расписания автобуса номер 23. В час пик транспорта остро не хватает. Туда невозможно втиснуться, там под 40 человек. Я обязательно разберу этот вопрос на комиссии, Ольга Зинаевна, обязательно разберу. Мы все-таки... Мы предполагаем, что, исходя из этих писем, которые здесь, я понимаю, они затрагивают различные аспекты проблемы. Все. Да. ПТП сделает соответствующие должные выводы и примет решение по изменению расписания движения и маршрута. Также рассмотрели на приеме больные вопросы сферы коммунального хозяйства. Отопления у нас не было. Без горячей воды мы жили. Что в подъездах нету ремонтов. И так до сих пор это никаких перерасчетов нам не сделали. Сейчас у нас работает наш РКЦ. Прошу дать команду, чтобы в течение 2 недель пересчитать и, соответственно, снизить плату за коммунальные, за представление коммунальных ресурсов. По подъездам и остальным ремонтам обещаю, что в течение этого года будут сформированы все перспективные планы. И в самые короткие сроки мы у вас проведем. Всего на приеме рассмотрели более 15 обращений, в том числе коллективных. Все вопросы были взяты на особый контроль. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».